Было что-то там, нет? В базаре там было. Я не видел, поэтому я спрашиваю. Денис, что-то было бросок? Я пришел, но мы в базаре на поле. Я пожарнул пинкетку, да. Артур, Шида, поезд долго держишь? Я маленький поезд, как с Майдэй. Стоп! Вот надо было здесь в середине вот так зайти. Так, давай, 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 давай. Боря, Шида, не борешься. Не давай поезд. Дал поезд? Теперь держи, сейчас Шида ему дадут. Я побудцы и там. Еще молодец. Вадим. Вазаря с Икуми. Раз, два, три, четыре, пять. Цель на пишки плюс. Шесть. Я шесть. Бежать, Таня! Боя болевой. Нет, как болевой? Перевернул, обалдел, чуть ниже. Ближнюю руку. Стойку. Артур имеет Вазаря. Вазаря и Шида. И у Саши Шида. Осталась минута. У Артура Шида. Что у Боли тоже Шида. Да, и у Саши Шида и у Артура. У них по Шида. Валя, как бросок. Требца лапуш, саларун, жёрт. Только не дейте, треса пустить. Раз, два. Валя, пошла, как дейте. Хорош, как все. Голову держать надо. Были чёрты, пахнет лапуша. Держать. Держи, держи назад, назад иди, назад, 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 на колени. Смотри, стойку. Не ложиться надо, Настя, на колени назад. Артурчик, сильно низко стоишь, могут наказать. Могу наказать. 40 секунд, Саша, осталось. Ноги не крести, Саша, ноги не крести. Ну, доставай дальше, поезд. А пугай ты поезд. Достань поезд, достань поезд. Боя, а шала как там камифосей спуй черт. Время. Время. 7-0. Значит, стоп, Артур. Я тебе делаю, подсказываю тебе. Ты очень долго стоишь на полном положении. 15-20 секунд получаешь Шида. Я тебе не давал, потому что я знаю твою реакцию, когда ты начинаешь нервничать. Но чтобы ты знал, ты 3 Шида 100% имел. И еще, я даже видишь, да, когда ты берешь за пояс, я один раз дал Шида, а второй раз стал считать. Ты, у тебя голова сработала, молодец, ты убрал. Вот. Теперь смотри, ты делаешь посадку. Для того, чтобы хорошо сделать посадку, надо хорошо делать бедро туда. Когда ты показываешь бедро, он переступает, и тогда посадку убивает. Хорошо, пошли. Итак, вискон сербо. Вискон сербо. Артур, есть силы? Да. Поборешься с болью? Ой, с Мишей. Да. Давай, вот сюда. Так, они пока приведут себя в порядок, пока. Все. Аджимен, все, поехали. Влад, смотри, пожалуйста, там. Прыгай, прыгай, прыгай! Руку отпустил. Стоп! Стоп! А что ты пошел через грудь, когда ты упал? В азаре сырву. Сам себя бросил. Упал и потом взял, стал через грудь. И выход, жены. Выше, выше захват надо. Ну! Я думал, что уже и то. Отсюда, низко берешь, правой выше, вниз, выше, вниз. До конца, Миша! Вот. Чуть-чуть, видите, руки прижал бы, все, пожалуйста. Вот видишь, как он рукой мажет через плечо, если бы вышел правой рукой, выше держал бы. Сейчас бы он улетел через плечо.
стойку. Блин, пропустил. Было что-то там? Ну! Матвей, стоечку. Раз, Артур, два. Низко стоишь, выше. Да выше за отворот возьми. Вазария. Вазария на вазаре. Две минуты. Даник, не сиди, сразу иди туда, разминайся. Туда, пожалуйста, Даник. Да. Сколько времени сейчас? Мате, бросок на живот. Живем, полторы минуты у вас. Артур Шида, первая. По Вазари, Вазари, вот это пол. Поклонились. Душающий. У вас минута осталась, мальчики. Артур имеет шида пока. Да, да, да. Держи все время его на краю. Не выталкивай, но к краю подведи, Артур, все время, чтобы он на тебя давил. Тогда будут эти приемы получаться. Миша, шида. Шида за бросок без и не борешься. Нет, шида на шида. Пипом! Мальчики, встаньте, поклонитесь. Разминайся, разминайся. Хорошо. Так, пожалуйста, две пары идут. Вот эта пара, эта пара. Макс, сюда, сюда. Давай, давай, разминайся. А, этот, Воля, иди к Хинку. Сейчас еще минуту он разминается, потом ему сделаешь... Бедро аккуратно, 10 вправо, 10 влево. Аккуратно сделаешь броски. Готовы? Джуэй! Итак, Якобот с Мунтян. 2-1 ведет Мунтян к Кателе. Вазари Мунтян! Николай Максим! Смотри там, посмотри, чтобы на лицо не дали. Переднюю, переднюю Макс надо делать. Левую подсечку и левую переднюю. Подсечку ближнюю ногу, да, и потом переднюю. Через бедро, вот. Только он берет за пояс, Андрей, сразу уходи оттуда. Сейчас получишь. Давай, Краша, руки. Мате, Максим Мате. За ногу схватил шида. Аджмен. Первая шида Коля. Штать удержания. Ну, вот так. Макс, Денис, чуть-чуть назад, в сторону. От камеры. Япон. 2-2. Поклонились, отдыхаем. До конца, до конца, до конца. Подсечку переднюю, подсечку сзади. Подсечку левой ногой, подсечку и сзади левой ногой. Нет, левой, левой. Левой подсечку, зацеп и левой сзади. Показать зацеп и сделать сзади. А, рука у тебя там не пустит. Тогда бедро надо делать. Подсечка и бедро, мам. Потому что рука, видишь где? Бедро. Вот сейчас сзади надо. Подсечка сзади. Во! За души. Мате.
Коля, тебе второе шида. Не борешься. Я из Назарева. Сейчас закончится я. Аджиме. Коля, второе тебе шида. Давай, 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 переводи его в парта, чтобы получил третье шида. Активнее надо быть. Нет, левой рукой не работаешь, Маш. Но до конца. Еще раз. Бедро, бедро. Вот он рука сверху, бедре, блин. Не бойся, влезь ногами, ногами между ног и бедро. Тут я тренирую, что мы теперь есть. Мне же так попал какая-то, сразу. Ты иду, стоит, проводить транспорт, финиш, я буду расход. Стоп. Бедро, молодец. Хаджимы. Быть активнее, чем Коля. Вот, до конца! Делать остановишься, сейчас через грудь получишь. Мате, стойко. Не могу дать замечание. Он бросал, ты бросал, он. Аджиме. Боток живой? Готов, сейчас выходишь против сырбу. Мате, Макс, шида за неведение борьбы. Первое. Хаджиме. Отдаешь захват. Левый, потом правый. Вот, вот, вот. Молодец. Андрей, где твой? Осталось немножко. Перевести мата в партер. Броском. Подсечка из бедро. Подцепи его! Вот же нога у тебя была как хорошо. Зацепи его. Нет, не просто бей, а мягко цеплять надо. Так, чтобы он тебя вперед не кинул. Мате, заправились. Поправили. Значит, Макс, не выходи за ковер, а то можешь шида. Значит так, тебе за неведение борьбы второе шида, тебе третье шида. Поэтому с небольшим преимуществом выиграл Максим. Счет 2-2. Ушли. Вот у меня Сергей Анатольевич вопрос. Давай. Вот соперник сделал базар. Так. И потом тоже этот соперник удержали. Удержание 20 секунд делается. Правильно, да? Потому еще вот... раз, еще раз. Ты меня бросил. Сергей Анатольевич, вот как... Сейчас. Сейчас. Ты меня бросил. Да, и я вам делаю удержание. Стоп. Он говорит... Стоп. Ты меня бросил. Да. Оценка есть? В азаре. В азаре. Дальше. И я вам делаю еще удержание потом. Да, если дошло до вазаря, то все. Ну, два вазаря, это япон. Ну, уже можно не держать 20 секунд. Можно держать 10 секунд. Вазаре, вазаре. Ну, почему? Не-не, он может не держать, но... Смотри, если во время удержания ты его перевернул до истечения 10 секунд, если выше 10 секунд, то уже все. Что бы ты ни делал, что бы он ни делал, он, судья, уже останавливает и поднимает выше два вазари. Есть такое слово вазари, авасет и пон. То есть два вазари – это чистая победа. Но официально считается официально. 20 секунд. Ну, как это официально? Он может... Нет, удержание, чтобы иметь ипон, нужно удержать 20 секунд. Ну так, если нет, у тебя нет, уже нет. Есть базар, то можно... Денис, не оговаривается, в азаре какое. Это, нет, если я делаю 10 секунд удержание, оно мне будет считаться? Денис, вот я сделал 10... Подожди, ты мне сделал удержание. Это сколько? 10 секунд. 12. Вазари. Это в азаре? Да. Оно считается? Да. А если ты сделал мне 20 секунд? Япон. Но 10 так секунд-то засчитывается как в азаре. Да. Поэтому тут бросок и удержание два в азаре и в азаре. Понял? Хорошо. Так, Бутук вышел. Так. Саша взял его. Нет, Саша, вот сюда. Артур,
Артур, борешься с Сашей. Денис, берешь клинко и делаешь ему через бедро аккуратно. Пошел, пошел, Денис. Делаешь 10 бросков вправо, 10 влево, но смотри, не так быстро, он плохо размялся, чтобы он остался живой. Ты только броски ему делаешь, вправо, влево, потом я их меняю. Хаджимен, а ты? Нет, вы не боретесь, ты только броски делаешь, да не, они борются. Пошел. Вот так. Три. Надо выигрывать уже, собрался. Чтоб на спину не падал, ноги и бок. Блин, я... Сырву в стойку. Артур Шида, низко стоишь. Пояс, раз. Миша. Миша. Готовься, пойдешь в спинку. Не-не-не-не-не, делай бедро. Он влево, влево. Не надо мне делать бедро вправо-влево. Так что давай еще влево и вправо. Саша, Артур, Мате. Был бросок, но падение на живот. Мишка, встань, иди туда, сейчас сверху пойдет в ворот. А с икоми? Ушел такие комнаты. В Азаре. Все, в клинку пошел с Мишей бороться. Пошел Миша, порвать его. Артур, второе шида, пояс. Вот надо сразу идти. Без того, чтобы за пояс брать, через грудь бросать. Ну, через плечо, с колен. Низко захват, правый. Оп! Таз и потом. Асы коме. Мате, стоп, ушел. Андрюша ушел. Мате. Смотри, начал переворачивать, он на таз, я остановился, туда его надо было развернуть, я бы дал в Азаре. Саша, Артур, встали, не видел, не могу сказать, что там было. Два шида, Артур, смотри, пояс и дисконаклон. Прыгай, прыгай, прыгай. Потух, вот, не знаю, удушающе. За ковер и захвата нет. Молодец. Да, сожрал. Ну, за туда вперед. Назад бросай, Андрюха, блин, он сам уже падает. Так, залезь на заднюю и отпусти. Души. Даник, стоп, стойку. Ушли. Ну, сбросить, Саша. Пипон, вот тут. Все, я это пожалуйста. Сашенька, он бросился на тебя, руки, ноги не заснул. Возьми его, пойди вперед, переверни, удержи. А так получил удушение. Молодец. Тихон, поклонились, ушли. Молодец. Но опять поздно захватил ногами туловище. Следующие две пары. Итак, у вас решающие. 2-2-2-2. Смотрим. Миша, ты порвал его? Нет. Да, ты его порвал? Хотел сделать удержание, но он поставил мои ноги.
Молодец, правильно, Миша. В нос ему носки бьют. Джимен. Все Джимен. Ну кто же выиграет? Я побольше не могу идти на кладбище. А что ты лекса? Так, что кто окажет на кладбище? Приборно чьё? Цепляй, цепляй изнутри. Или снаружи. Я пошла. Ты? Шиды котелет. Нет, правой ничего не делай, только левой ногой мам. Души котелет. Ноги одень, ноги! Андрей, за голову переверни его, держи голову, держи его! Асайкоми, почитай, пожалуйста, Артур, посмотри, есть там, почитай. Подойди, есть там удержание, нет? Ушел Катерин или нет? Ушел, нет, раз. Ушел, на него, ай-яй-яй! 7, 8, 9, 10, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6
Встали. Итак, Якубут 3-2. Этот, Коля, 3-2, поклонились. Ушли туда, сели. Так, Бутук с кем боролся?